теперь смотри, что мы сейчас с тобой будем делать. Мы с тобой сейчас стоим на близком расстоянии друг к другу. Представь, да. Интересно мне, а вот ты сейчас что-то чувствуешь? Ну, совершенно другую атмосферу, энергия, мне кажется, что-то стало... Холодать? Холодать, нет, теплеть. Вот, мы стоим сейчас с тобой близко друг к другу, да? У меня, честно сказать, пошел флирт, вот реально. Да. Я прямо чувствую, что я рядом с тобой, причем стою так интересно. То есть смотри, как я правду сказала, ты мне там про какую-то атмосферу. Хорошо, у меня неловкость небольшая. Я почувствовал другое совершенно сейчас диалог. Короче говоря, я даже серялся. Все, я собрался. Это хорошо. Так, смотри, вот я концентрируюсь, допустим, на твоем носу, да? Мне важен, то есть только в нем. Больше тебя не существует, у меня существует только нос. Причем у меня такое желание забрать этот нос. Вот прямо забрать этот нос, да? Угу, так. Вот. Теперь давай мы отойдем друг от друга. Вот смотри. Я концентрируюсь на твоем носу. И я сейчас... То есть... Ты тоже так же можешь найти у меня что-то, в принципе, на всем теле можешь найти у меня. Вот я стою на расстоянии, можешь выбрать любую точку, но я вся в черном, поэтому можешь там сконцентрироваться на моей шапке, да, или на моем лице, вот я сейчас. Я на шапке и подумал. А? На шапке и подумал, в первую очередь. Ага. Ловлю шапку. И смотри, и твоя, у тебя просто желание взять это, вот взять мою шапку, вот ты прямо в этой шапке, и взять мою шапку. Я, допустим, концентрируюсь на твоем лице, я иду к тебе, да, мы приближаемся друг к другу, но я сейчас просто объясняю, да, и с желанием это отобрать. Вот мы подойдем так друг к другу, мы начнем друг от друга отходить, но концентрация у нас остается на том предмете, который мы хотим взять. Соответственно, я тебя тут вижу и тебе говорю, а вот уже у меня камера. Потом мы отходим друг на друга. Твоя задача, когда мы это делаем, то есть мы все время с желанием это взять, да. Когда мы подходим, работать на ощущениях своего тела, что ты при этом чувствуешь. И когда мы отходим, что ты будешь чувствовать при этом? Договорились? Договорились. Попробуем. Поехали. Потом ты мне рассказываешь свои ощущения, то же самое, когда мы подошли друг к другу вплотную. То есть правду. Хорошо. Так, поехали. Идем медленно. Не надо быстро ходить, хорошо? Хорошо, поехали. Так, берем, значит, я твое лицо, ты мою шапку, ты готов? Готов. Главное здесь ощущение в теле. Итак, идем не торопясь. Поехали. Ощущение в теле, здесь не быстро идти, здесь почувствовать, я хочу это взять, я прямо хочу это содрать с тебя. И теперь медленно начинаем отходить друг от друга. С тем же желанием содрать это. И что будет происходить в нашем теле? Ощущения на нашем теле. Что у тебя произошло? Рассказывай мне на свои первое, ощущения. Все по порядочку. Когда сближение было, концентрация была на шапку, и я представил себя каким-то хищником, может, даже той же пантеры, которая готова вот сейчас броситься, вот эта шапка еще ближе, ближе. Вот я готов был вот тут уже просто вцепиться в эту шапку. Угу. Что касается на отходе, я почувствовал, сначала недопонимание, а мое тело, было желание остановиться, и я на какое-то мгновение просто какой-то ступор. Потом
если первое на подходе, оно было уверенно, оно было, ну, скажем, в тонусе, то на обратке это была какая-то вялость, чувство ватности в ногах, и совершенно движения уже были какие-то вот непонятные. Как, куда шапка уходит, я готов только что был. Ну, вот это почувствовал, да. Я чуть не заревела, потому что я не получила своего желаемого. И причем это у меня само... Чувство, да, у меня чувство пустоты в конце там уже осталось, и холодно стало. Вот холодинка пробежала. Вот. Это к тому, что, помнишь, я дала тебе совет, что будет возможность поработать с телом, обязательно возьми этот тренер. Понял теперь силу работы вот элементарного вот этого вот легкого упражнения на первый взгляд. Да. У меня, кстати, не было раньше такого, что прямо реветь захотелось, а тут что-то я даже, мне не дали лицо. Мне лицо не дали. Вот, это здорово и замечательно. Так, теперь мы идем с тобой дальше. Я отключаюсь и буквально засеки время, потому что мы сейчас-то как раз с тобой начнем работать со временем. Засеки время. Я буквально через 30 секунд буду с тобой снова на связи. It's okay? Все. Хорошо.